Смотрите в пятницу 8 апреля в 18:15 на телеканале «Самара-ГИС» программу о животных «Хочу домой». Чем можно заниматься с собаками зимой и летом? Спортивные состязания «Аджилити», порода значения не имеет. Хотите взять собаку или кошку из приюта? Смотрите видеовизитки. Двум собакам и двум кошкам ищут добрых ответственных хозяев. Гости в студии: Наиля Ковегина, председатель благотворительной организации и приюта для животных «Символ Надежды» «Каштанка», и Ольга Ромашкевич, администратор благотворительной организации помощи бездомным животным «Каштанка». Смотрите программу «Хочу домой» 8 апреля в пятницу в 18:15 на телеканале «Самара-ГИС».